Еще одним QR-кодом в Иванове стало больше. Набойный корпус мануфактуры Фокина на улице Советской теперь тоже обозначен двухмерным штрих-кодом. Чтобы узнать больше об этом памятнике истории 19 века, нужно просто сфотографировать QR-код на телефон. Специальная программа быстро расшифрует закодированную информацию. Стоит отметить, что недавно набойный корпус отреставрировали. Исторический антураж мануфактуры постарались сохранить по максимуму. Закрепить конец реставрационных работ хотелось бы не только доской, которая изначально здесь висела, изготовленная из мрамора, но и внести новую нотку, поставить QR-код, скажем так, новые технологии привнести в реставрацию.